Доброе утро. Я сейчас попробую выполнить комплекс «Золотая пирамида» вместе с Наташей Скорик и Зрой. Мягкий глубокий вдох и спокойный теплый выдох. Нежный, прохладный, наполняющий вдох и теплый, спокойный выдох. Радуй наше тело. Растягиваем дыхание. Теперь покачиваемся со стопы на стопу, поднимаемся на носочки, опускаемся на пяточки, открываем носочки. Отрываем пяточки, поднимаемся на носочки, вдох, выдох, улыбаемся, получаем максимум удовольствия, спрашиваем тело, как ты хочешь, что тебе еще хочется, слушаем его ответ, следуем за ответом тела. Стараемся услаждать наше тело растяжением, делать его более прозрачным, легким, воздушным. Стараемся давать телу максимальное очарование движения, как будто бы мы божественные творцы и создаем самое красивое, самое приятное, самое продвигающее нас движение танца жизни. Хорошо. Теперь рукой беремся за оранжевое тяжко и разворачиваем. Прямо руки скручиваем себя так, как хочется. Здесь будет сложно держать равновесие. И мы как будто балансируем на какой-нибудь тонкой золотой нити, а вокруг осинки, а может быть, лепестки цветов, весна. И такая роскошная вокруг природа. И можно танцевать этот танец, как танец восторга, весны, пробуждения жизни, чтобы восторг, весна и пробуждение жизни поселились внутри нашего тела. Отлично. И следующее упражнение. Мы раскрываем руки в стороны и делаем великолепные, красивые скручивания бедра, это называется канатик. Мы представляем, что наши бедра – это лианы, которые свиваются, скручиваются, растут. Внутри нашего тела происходит вытяжение, рост, раскрытие всего ресурса. Связки становятся гибкими, пластичными. Все тело эластичное, подвижное. И опять же мы спрашиваем тело, как еще сделать так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты стала грациозным, изящным. И он говорит, вот здесь мы тяни, пожалуйста, именно тянем. Он говорит, удели внимание, говорит, на столбчику, а вот мизинчику, а вот коленочку, и мы, да, делаем это. А вот шею немножечко, и делаем это. И он говорит, спасибо, спасибо тебе, спасибо, что ты это делаешь, спасибо, вот так мы хорошо делаем это. Замечательно. И следующее движение наклон вперед. Мы выходим на согнутые колени. Находим равновесие. Немножечко больше наклоняемся. Опускаем вниз таз. Выдвигаем вперед живот, грудь вперед. Поднимаем голову. Стараемся положить грудь к колену ближе. И как будто выталкиваем себя. Представляем себя роскошной волной, которая накатывается на берег. Это живая волна. И она выносит на этот берег много счастья, красоты. И что-то хотим покачать, покачаем. Шея, плечи, лопатки, ребра, бедра, колено. Начинаем жить, как живая вода, вода жизни, океанская волна, которая насыщает тело наслаждением. Выходим назад, лоб к колену, выпрямляем колено, вытягиваем копчик.
поясницу, середину спины, затем лопатки, холку. Прокручиваем внутрь плеча и мягко выдыхаем наверх. И повторим это. Заходим на колено, как теплая волна, и волна накатывается, накатывает наверх. И поиграем сверкающими искрами. Представим себе, что внутри этой волны золотые рыбки. Или ты занимаешься серфингом. И все такое живое, подвижное. И таким живым и подвижным становится твое тело. Представление дает нам примерно 40% успеха. И очень аккуратно, мягко, нежно, двигаясь каждый наверх, снова играем с разными частями тела, плечи, бедра. Стараемся как можно больше выпятить спину. Мы говорим, спинку ежика, как будто бы все иголочки, она расправляется и становится золотыми лучами солнца. Спина прогрелась, тело горячее. И теперь стекаем ее в бок, мы стекаем в одну сторону. И бедро у нас потихонечку касается пола. И мы позволяем себе здесь самый прекрасный гиперскручивание, который только можно себе представить. Здесь мы используем технологию даосской работы со связками, которая называется «Здоровье и молодость», техника оздоровления и омоложения. Связка становится упругой и живой, когда она испытывает три деформации – вытяжение, изгиб и скручивание. Сейчас вытягиваются руки, изгибаются, скручиваются, и все тело тянется таким образом. Снова выдаем тело правым. Быть особенно живым, особенно прекрасным. И опускаемся на другую сторону. Заходим в скручивание ног. Сначала поясница на одной линии с пятками и шеей. Позволяем себе скрутить как можно более роскошно. И затем мягко опускаем бедра вниз. И голову опускаем внутрь. И снова спрашиваем тело, как тебе хорошо, как тебе сделать еще лучше, что тебе подарить. Может быть, большой палец, может быть, ребра стопы, может быть, голеностоп, колено. И там, где телу хочется больше изогнуться, позволяем ему это делать. Очень хорошо дышим, красиво, звучно. Как будто бы звук дыхания помогает нам получить еще больше удовольствия от этого процесса. Нежный и прекрасный. Через колено поднимаемся. Замечательно. Прогибаемся назад. И последовательно тянем наверх шею, ключицы, грудь, солнечное сплетение, ребра, пупочек, лобок. И покачиваем, поигрываем тем, что хочет сейчас проявиться мягко и прекрасно. Замечательно. И еще один раз. Получаем максимальное удовольствие. Очень красиво. И опускаемся на заднюю ножку.
растягиваем носочек на себя. И в это последнее упражнение мы собираем все наши достижения, всю нашу гибкость, всю нашу пластику. Собираем ощущение красоты и благодарности, и благодарим тело за то, какое оно. Благодарим его за то, что оно есть, за то, что оно гибкое, подвижное. И благодарим жизнь за то, что она подарила мне такое тело, очаровательное. Сколько бы ему ни было лет, как бы оно ни выглядело со стороны, мне в нем уютно, надежно и тепло. Соберу тяжелый носочек. И самое большое счастье этой жизни быть в контакте с тем, что дано мне, с моим домом. С моим космическим кораблем, благодаря которому я перемещаюсь, вижу, слышу, ощущаю. И получаю от жизни все эти блага, которые могу себе позволить. Спасибо телу и спасибо мастерам, которые создали эту прекрасную возможность делать тело более живым. Спасибо очень, наверное, снимаешь по телу. Видишь, какие ощущения после гимнастики? Все горит, пёком печет везде, каждая мышца, каждая клеточка расправилась, стала красивее, ровнее, моложе, светлее, ярче. Чувствую головокружение немножко и чувствую прилив энергии. Прилив тепла и выше стал. Стройнее. Стройнее, да. Увереннее.